большие работы здесь проведены по устройству футбольного поля и по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса. И рассчитываем, что уже на следующей неделе данный спортивный объект начнет работать. Это для нас очень важно. Большое количество детей здесь занимаются и баскетболом, и художественной гимнастикой, и бейсболом, и футболом. Здесь у нас универсальный спортивный зал. Самая большая уникальность этого зала – это потолки. У нас здесь на труде изначально это историческое отделение художественной гимнастики. И потолки в этом зале 11 метров, что позволяет полноценно тренироваться. Мы готовимся к открытию, готовимся к тому, чтобы здесь начались тренировки. –